Сегодня готовим вкусный омлет из молодых кабачков. А чтобы узнать, как приготовить такой вкусный омлет на завтрак, оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца. Всем большой-большой привет! Сегодня хочу сделать что-нибудь необычное, и это будет у нас омлет с кабачком. Приготовьте такой овощной омлет, и вы никогда не пожалеете. Что же нам понадобится для этого омлета? Кабачки. У меня остались вот такие полоски с предыдущего блюда, с заготовок. 3 яйца. Чеснок буду добавлять для пикантности. Соль и сливки. Совсем немного продуктов, и получится настоящая вкуснота. Сейчас наливаем в сковородку масло. Я беру масло вот такое, масло виноградной косточки. Оно менее жирное и более полезное. Наливаю в сковородку немного масла и включаю сковородку на разогрев. Кабачки натираю на терке для корейской морковки. Можно сделать это и на обычную терку. Вот такими длинными полосочками. Ну и вот такая необычная кабачковая соломка у меня получилась. Отправляю ее на разогретую сковородку. И обжариваю на быстром огне. Не забывайте помешивать. Сюда же натираю чеснок. Чеснок буду натирать на мелкой терке, пока ничего не солю. Вот так. И делаю нашу заливку к кабачкам, сам омлет. Разбиваю 3 яйца. Добавляю сливки и немного все перемешиваю. Сильно взбивать не надо и по вкусу солю. Можете по вкусу поперчить или добавить любые приправы. Кабачковая соломка жарится очень-очень быстро. Посмотрите, как красиво получается. Заливаю кабачки яйцом. Накрываю крышкой и жарю до готовности. Ну и вот такой вкусный омлет с кабачком у меня получился. Кому понравился этот рецепт, обязательно подписывайтесь на канал, заходите в мои группы ВКонтакте. Я вас там очень всех жду и буду всем рада видеть. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. Приготовьте такой вкусный омлет из молодых кабачков.